Здравствуйте, друзья! За последний месяц мы, наверное, полтора десятка видео сделали по разным аспектам участия в грин-карт лотерее. И впереди у нас еще несколько сюжетов. Один сюжет будет посвящен тому, как делать фотографии. У нас большой мастер расскажет нам, как это делается, профессионал. У нас будет сюжет с одним из модераторов форума «Говорим про US», который подробненько пройдется через форму заявки. То есть я так первые впечатления свои, значит, записал, но тут будет все по-серьезному. Да? И я исхожу из того, что вы все-таки ждете вот те две недели, о которых шла речь, прежде чем вы будете форму заполнять. То если кто-то уже не может на руках сидеть там и пошел туда, ну, это как бы его дело. Но, во всяком случае, мы исходим из того, что вы ждете две недели, и мы для вас что-то делаем, чтобы лучше подготовиться. Значит, будет очень подробный разбор формы для заявки участника. И будет прямой эфир. Мы в прямом эфире будем заполнять форму. Я думаю, что прямой эфир... Ну, давайте мы его назначим прямо сейчас. Назначим прямой эфир на 15 октября. Скажем так, чтобы у меня было утро, а у вас вечер. Значит, что-нибудь часов 8 вечера по московскому времени, да? Значит, 15 октября, 8 вечера по московскому времени мы пойдем в эфир и все вместе, значит, будем заполнять эту форму интерактивно. И дальше, как бы вот мой опыт наблюдения за тем, что происходит на нашем канале после заполнения заявок, очень многие люди так удобненько устраиваются, знаете, берут этот свой попкорн и начинают обустраиваться на месте. То есть у них как бы полная уверенность, что они сейчас выиграют, несмотря на, так сказать, ну, очевидную и известную невысокую вероятность выигрыша в лотерее. Но вот тем не менее, вот почему-то так устроена наша психика, что мы верим в то, что нам повезет. И они начинают интересоваться. А куда поехать? А что, если там никого не знаешь в стране? А где лучше начинать, если там денег мало? А где лучше начинать, если нет языка? А где лучше начинать, если нет языка и денег мало, и семья большая? И пошло, и поехало. И вообще про Америку в целом. Как там? Как там в Америке? 5 лет назад наш канал стал существовать вот в том формате, в котором он существует сегодня. До этого было просто... Это была такая кладовка пассивная. Я так кое-что складывал туда из жизни студентов Портнов Computer School. И там было 1500 подписчиков. И я даже не понимал, зачем они пришли, что, собственно, эти люди хотят. Но ровно 5 лет назад, это было 18 октября, вот через там 2 недели будет ровно 5 лет, я сказал себе, надо что-то такое делать другое. И вот этот канал начался в том виде, как он сегодня существует. И мы начали с того, что, ну, какие-то часто задаваемые вопросы освещали. А дальше пошли новые вопросы, дальше пошли письма. И так оно, значит, накатом таким идет. Мы вернемся к вопросам, которые были 5 лет назад. Мы вернемся к вопросам об устройстве, сколько нужно денег, и чего с ними делать, и как их перевозить, и где жить, и как квартиру снимать. Ну и о стране тоже в целом. То есть мы вернемся к тому, с чего начинали, но спустя 5 лет в другой перспективе. И жизнь за 5 лет изменилась. И я сам, как человек, который ведет канал, тоже за 5 лет очень, очень изменился под воздействием этого же канала, под воздействием ваших вопросов, ваших эмоций, ваших комментариев. Я что-то такое для себя понял, чего никогда не понимал. И спасибо вам всем за это. Ну и вот впереди вот такая программа. Я просто к чему рассказываю наперед, чтобы вы, ну, как бы понимали, что вас ждет, и меня тоже. И чтобы вы своими, опять, комментариями и вопросами содействовали тому, чтобы канал был более интересным, отвечая, так сказать, вот тем запросам, которые у вас есть. Я также... как бы чувствую себя ответственным за то, чтобы информировать вас о том, что есть другие способы, пути в эмиграции, не только грин-карт лотерея. Я вот вчера буквально сделал видео,
о том, что нельзя все свои иммиграционные яйца складывать в одну корзинку этой грин-карт лотереи. Сегодня у меня назначена запись, придет блогер и как бы, ну, достаточно известный, так сказать, в русском ютубе человек, Марина Могилка ее зовут. Мы с ней снимали там какое-то количество сюжетов раньше. Марина специализируется на том, как помочь людям попасть в разные страны для изучения языка вот этих стран. У нее есть большой веб-портал, она знает много нюансов. Сегодня прямо мы с ней запишем это все. И эта тема, как бы, как расширить круг возможностей, это очень-очень важная тема, актуальная у нас на канале. Я как бы хочу, чтобы вы программно понимали, на что мы ориентируемся и как бы, какое видение есть. В том смысле, что если вам это видение как-то близко и вам интересно, ребята, это все для вас. Так что подписывайтесь, естественно. Тут все даже как-то, мне как-то неудобно. Я все время говорю, подписывайтесь, мне неудобно, потому что я как бы агитирую вас делать то, что в ваших интересах. Ну, можете не делать то, что в ваших интересах. Подписывайтесь. Лайки ваши мы тоже любим. Не то, чтобы с них какие-то деньги капают, но на самом деле ты чувствуешь какую-то обратную связь. И очень приятно чувствовать, что, как сказать, что не зря работаешь, грубо говоря. Это такая виртуальная валюта. Вот. И до скорых встреч. Счастливо.